В последние дни в социальных сетях появилась информация о неблагополучном состоянии атмосферного воздуха не только нашего города, а всей Украины. Хочу отметить, что государственный контроль атмосферного воздуха осуществляется украинским гидрометеорологическим центром. На территории города есть 7 стационарных постов, которые ежедневно с периодичностью в 4 часа осуществляют контроль состояния атмосферного воздуха. По сравнению с теми параметрами приборов, на которые сегодня делается ссылка в соцсетях, хочу привести в качестве примера параметры, по которым проводятся замеры государственных постов и нашей муниципальной лаборатории. Это СО2, это углеводороды, это пыль, это сажа. То есть 7 основных параметров, которые являются показателями состояния атмосферного воздуха. Эти данные раз в неделю поступают в департамент экологии. По последним данным гидрометцентра, никакого превышения, никакого аномального состояния воздуха не существует. Кроме того, по данным центральной геофизической обсерватории, подтверждаются данные гидрометцентра о том, что состояние атмосферного воздуха по Украине находится в стабильном состоянии. На данный час мы подготовили последнюю информацию результатов мониторинга нашей муниципальной городской лаборатории. Превышений предельно допустимых концентраций по всему городу не выявлено. Есть некоторые изменения средних показателей состояния атмосферного воздуха. Это связано с состоянием атмосферы вот на сегодняшний день, погодные условия города. Если это туман, если это осадки, естественно, есть небольшое изменение средних показателей, но еще раз хочу подчеркнуть, не предельно допустимых концентраций. Данные лабораторных замеров очень современного прибора, который приобретен университетом экологии, подтверждают показатели нашей муниципальной лаборатории. То есть никакого повода для вот такой паники на сегодняшний день мы не видим. Что касается ссылки на приборы, которые озвучены в социальных сетях, ну, я вам могу просто дословно привести, что это такое. Это компактные приборы, базовые параметры которых измеряются температура воздуха, влажность, давление и пыль. То есть по этим 5 показателям судить о состоянии атмосферного воздуха просто не приходится.